А я хочу, чтобы вы меня снимали. А я приехал официально. А я понимаю, но вы не можете мне запретить снимать. Вы можете не хотеть, чтобы я вас снимал, но вы запретить мне не можете. Да, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну, я понял. Но вы же не частное лицо, вы же при исполнении. Сергей, ну, к сожалению. Если я при исполнении, я требую от вас, чтобы вы не снимали. А на каком основании? Просто вот по поводу. Ну, ввиду вот всех этих событий, здесь надо фиксировать каждый шаг. Вдруг мало ли нарушения, потом посмотрим, отмотаем пленочку. Ну, зачем? Это же не сразу идет в эфир. Мы потом можем с вами порезать все и все. Ну, серьезно. С нами ничего резать. Да. Никаких резать. Давайте я... Вы, пожалуйста, я не, никаких этих не даю, никаких комментариев еще абсолютно. Я разговариваю с людьми. Я выехал сюда по зарегистрированию. Вы, пожалуйста...